Алексей Федоров и его супруга Марианна открыли свою кожгалантерею «Марал» в 2015 году. С тех пор здесь выпускают кожаные сумки, кошельки и ремни ручной работы. Здесь выполняют полный цикл работ – от прорисовывания эскизов до выпуска готового товара. Сначала компания ютилась в маленьком помещении, в ней работало всего 4 сотрудника. Теперь же у нее серьезное производство и 2 своих магазина. В мастерской уже 20 работников, а в помощь им современное оборудование. В день здесь выпускают около 70 сумок, а в год выходит 18 тысяч изделий. При этом мастерская работает лишь на 50% своей мощности и готова еще расширяться. А вот увеличивать цены здесь не планируют, заботьтесь о своих покупателях. Тем более, сортовую фабричную кожу мастерская закупает в российских регионах, как и всю фурнитуру и нитки. По мнению производителей, отечественное сырье не только отвечает всем стандартам качества, но и лучше всего переносит морозы. Хороших вам новостей!